Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов прилетел сегодня утром в Якутск. Первым делом детский омбудсмен направился в городской специализированный дом ребенка. Оттуда по телефону передает наш корреспондент Розалия Борисова. Павел Астахов сегодня утром прилетел в Якутск и посетил специализированный детский дом в Якутске. На сегодняшний день в учреждении 86 детей с ограниченными возможностями до 4 лет. Павел Астахов посетил учреждение, пообщался с детьми. Уполномоченный отметил, что посещает учреждение уже в третий раз. И по поводу случая, который привел к многочисленным проверкам, Астахов сказал, что проверки продолжаются, но отметил, что некоторые обвинения на сегодняшний день уже не оправдались. Также уполномоченный предложил вести работу по амбулаторному лечению детей-инвалидов с семьями, чтобы у родителей была возможность для реабилитации ребенка. Да, по мнению уполномоченного, детей-отказников с ограниченными возможностями может стать меньше родителей, не будут пугаться, будут уведомлены о болезни ребенка.